Пляжный сезон Сочи завершил успешно. Гостей было не меньше, чем в прошлое, рекордное по количеству туристов лета. В плюс к статистике – гости Кубка Конфедерации и Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Итог – 4 миллиона 800 тысяч отдыхающих. Летний сезон прошел успешно. Мы действительно в этом году подтвердили практически то, что мы круглогодичный курорт. У нас тяжело, но все-таки на уровень прошлого рекордного года мы вышли. Я думаю, за счет фестиваля молодежи мы, наверное, немножечко больше будет у нас количество туристов по этому году, чем в прошлом году. Это тоже шаг вперед. До следующего лета еще далеко, но уже сегодня надо приглашать гостей в Сочи на пляжный отдых, отметил мэр. Возможности курорта будут презентованы на традиционном уже 4-м международном туристском форуме. Он стартует в Сочи 23 ноября. Сегодня форум называют главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России. На эту выставку мы приглашаем, значит, всех членов туристской ассоциации, которая была создана для развития черноморских городов. Помимо этого, пригласили все регионы, всех руководителей регионов, в том числе и тех, в которых вы побывали с презентациями. Уже есть обратная связь, они подтверждают свое участие в этом мероприятии. Заявлено участие порядка 60 туроператоров и 300 турагентств. Для них в том числе будут проведены инфотуры с осмотром отельной базы, инфраструктуры курорта, экскурсиями по достопримечательностям и объектам показа. Будут презентованы и возможности Красной Поляны, ведь зима близко. Все туроператоры говорят, что продажи зимнего этого курортного сезона идут уже активным очень образом. Уже даже существуют сложности в приобретении размещения именно на новогодние праздники. Традиционно у нас готовится дорожная карта по подготовке к зимнему курортному сезону. Действительно нужно и штаб создавать, и, значит, дорожную карту расписывать, и заблаговременно всех ответственных, в том числе и Минтранс, и ГИБДД, и, конечно, ответственных руководителей объектов размещения. То есть всю ту работу, которая у нас наработана, опыт хороший, опыт позволяет и обеспечить полную безопасность, и, конечно, комфортность в это время. Инновация предстоящего зимнего сезона – единый скипас на курортах Красной Поляны. Его планируют ввести к новогодним праздникам. Единственный нюанс – пока между Розой хутор и Горки город не будет связи на горе. Это только в планах. А еще с 1 января вступает в силу закон о курортном сборе. В Сочи приняли решение этот налог для туристов сделать минимальным, всего 10 рублей в сутки. Кстати, эту инициативу поддержали и города края. Ольга Десятова, Демид Даниловский, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.